За истекший период 2013 года на территории города Уварово и Уваровского района сложилась не совсем благоприятная обстановка с пожарами. За данное время произошло 8 пожаров. Но стоит отметить, что в 4 из этих пожаров погибли люди, по одному человеку в каждом. И в одном из пожаров был пострадавший человек, который был доставлен в нашу больницу. Одна из распространенных причин пожаров – небрежность при курении. Чем оно опасно? Тлеющее возгорание может возникнуть при попадании горящего табака на постельное белье. Образующийся при этом дым вызывает удушье, прежде чем пожар будет обнаружен. Ситуация приобретает максимальную опасность, если к этому добавить одиночество и алкоголь. Все погибшие являлись людьми, одиноко проживающими. Многие из них злоупотребляли спиртными напитками, курили, причем курили, не выходя из дома. И в большей массе это явилось причиной их гибели. Один из несчастных случаев произошел в районе. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения хозяина дома. В поселке Сибирский погиб в огне хозяин дома, это одиноко проживающий мужчина. Мужчина поплатился жизнью, жилой дом вместе с имуществом выгорел до фундамента. Другой случай произошел в Уварове, на улице Мирона Кабаргина. В праздник 8 марта хозяйка дома получила удушье и была доставлена в больницу. Сотрудники пожарной службы призывают соседей не обделять вниманием рядом живущих одиноких людей, дабы избежать подобных трагических ситуаций. Вопрос, куда теперь вернется хозяйка дома, ведь жилище фактически выгорело дотла. Светлана Доровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».